Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в безумные монстры. Так, мы остановились с вами вот здесь, на этом слизнюке. Ну что ж, поехали. Липкий и вязкий. Возможные награды. Ага, вот эту штучку нам, наверное, откроют. Ну что же, в бой. 15 энергии, то есть у нас получается всего лишь 3 боя. Это как-то мало, если честно. Нам придется, наверное, с собой тратить гемы. Новый монстр, слизень. Но, слизень. Так, у него слабый удар, наносит урон в 35 единиц, а неизвестная способность у него неуязвимость. Дает неуязвимость переднему монстру. Оу, я вспомнил, друзья мои, эту фишку. Блин, горелый, поэтому нам нужно с вами как бы его в первую очередь бомбануть. Ладно, давай шокируем сначала. Так, ага. Видишь, что он делает? Так, давай-ка мы, наверное, поменяем и уничтожим этого. Этот пузырь прочнее, чем кажется. Используй пестициды, чтобы снять эффект с монстров. Да, друзья мои, вот теперь мне дали пестициды. Вот так это все происходит. И мы уничтожим сейчас с тобой этот пенек. Блин, что я делаю-то? Ё-моё, не то совсем. Да иди ты. На тебе, лобешник. Ха-ха, пестициды. Нет, лучше вот так, наверное, сделаем. Чпок и чпок. Так, скелета вальнули, и остается у нас слизень. Так, первая волна пройдена. Давай ускорим бой, чтобы быстрее расправиться с этими монстрами. Ускорение x2, отлично, ребята. А раньше, по-моему, такого не было. Гранату. Пестициды, зачем я их использовал? Объясни-ка мне. Так, этот у нас Робин Гуд тоже мне. Блин, да что такая быстрая слишком скорость-то? Вот так вот будет, наверное, получше. И третья у нас волна. Так, бесплатно. Да зачем мне аптечка нужна? В данный момент я не вижу никакой надобности в этой аптечке. Окей. Так, давай-ка мы дождемся, наверное, арбалетика и будем вжаривать. Хоп, хоп. Хотя это, по-моему, не арбалет, а лук все-таки, как ни крути. Так, муха. Цикатуха. На-ка, выкуси. Так, что там пенек сейчас будет ударять нас? Слушай, а у нас здоровья с тобой хватит, а? Может быть, я зря отказался? Отвлечение-то, а? Давай-ка вот так вот. Двойной выстрел. Ну, тут одного было достаточно. Все, ребята, мы... Твою же налево, я думал, мы прошли, ага. Как же, прошли. Так, пенек очень жирный. Очень, друзья мои, жирный. Так, подожди секунду. Кто там собирается ударить? Этот собирается пузырь повесить. Успеем? Блин, или не успеем? Да ну... Так, слизня убили. Все, он не успел, ребят, повесить пузырь. Этот сгорел. И остается у нас гоблин, которого мы забомбили. Ну все. Да что такое? Сколько тут волн-то? Шесть. Так, нам... Нет, я пока, наверное, воздержусь. Но это, ребята, опасно. Если честно. Да? Так, погоди, погоди, погоди. Попробуем поджечь. Слизень там копит, ребята, свой супер удар. Мне нужна, ребят, граната. Да что же этот слизень-то? Ать! На, блин, я чуть-чуть не успел. Блин, совсем капельку. Это, кстати, может чревато нам сейчас выйти с тобой. Посмотри, что у нас тут. Пестициды, мы снимаем здесь защиту и уничтожаем. Но это еще не последняя волна. Вот сейчас будет последняя волна. Долго же мне пришлось тебя ждать, и я буду переваривать тебя месяцами. Придется смотреть, ребята, иначе нас босс завалит. Ну, так, восстановили, да? Мне здоровится немножечко. Погнали. Так, давай улей бросим. Шмальнем, блин. Вообще-то нужно приспешников вначале уничтожать, потом уже, как говорится, браться за босса. Если по чесноку. Так, тихо. Твою ж налево, что они делают, а, ребята, вы посмотрите. Муху уничтожим сейчас, нет? Не подбили мы еще пока эту муху. Улик. Вот, уже получше. Давай. Дробаш. Ну все, ребят, сейчас муха будет, ой, муха, слизень пузырь. Хотя он почему-то не стал делать никакого пузыря на себя вешать. Но бомбит он, поверь мне, жестко. Поэтому нам нужно быстрее его разобрать. Быстрее, еще быстрее. Так, он сейчас будет удар делать. Ох, ты видел, насколько он вжарил мне? Вот об этом как раз и речь. Что если бы мы с тобой не подхилились, нам бы пришел край. Так, ну что, новая карта у нас пестициды, как ты видишь, добавляется. И мы двигаемся с тобой дальше.
Ох, сколько же там еще будет монстров у нас. Ё-моё, как вспомнишь, так вздрогнешь. Инвентарь. Я могу повысить пестициды, смотрю, да? Ну ладно, давай улучшим их. Все, да? Больше... Подожди-ка, а что у нас тут? Инвентарь горит. Что я могу еще... А, дробаш. Но у меня не хватает гаек. Не хватает гаечек мне, да? Для того, чтобы открыть. Так, по редкости. По манне. По редкости у нас... Ну, там еще пушка будет. Ну что, пошли с тобой дальше. У нас следующий... Ага, тролль. Грязные тролли. 6 волн. Уровень 6.11. Возможная награда. Так, 52 карточки 50, и 5 гемов. Поехали в бой. Ох, и тут еще и маги будут. Я как вспомню всех их, аж вздрогнул. Ха-ха, тролль. Новый монстр, тролль. Так, слабый удар наносит 39 урона, да? Осада. Окапываться на передней позиции нельзя сдвинуть. Все, вспомнил. Сейчас будет. У меня есть для тебя внушительный подарок. Холодильник отлично подходит для метания врагов. Жаль, с точностью беда. Я помню этот холодильник. Довольно прикольная штука. Кажется, этот толстяк что-то замыслил. Да он окопался, вот что он замыслил. Теперь его не сдвинуть. Но вот эта штука поможет снять любые эффекты с монстров. Попробуем. Ну, ребят, это у нас пестициды. Давай еще раз холодильником замораживает. Окей. Так, ну-ка, дробаша его сейчас. Тыдич. Так, 6 волн, друзья мои, поэтому здоровье нужно поберечь. Так, иди сюда. Блин, кританул, а? Ты посмотри на него. Так, слизень хочет сделать пузырь. Я думаю, что он не успеет. Я надеюсь на это. Давай бросим гранату. Ну, иди сюда, олух. На. Блин, холодильник. Я же бросил холодильник. Почему? Зашибись, блин. Я холодильник применил, он почему-то не сработал. Так, бесплатная аптечка нам пока не нужна. Надеюсь. Слушай, у нас пока с тобой очень круто прокачаны топоры. Они действительно наносят офигенный дамаг. Так, муха. Муха. Давай-ка мы, наверное, улей бросим вначале, да? Так, муха бьет по мне. Эх, они вдвоем тут. Это только вторая волна. А у нас уже с тобой со здоровьем-то беда-бедовая. Гранату. Так, остается добить орка. Успеем? Успел. Пестицидик я применить. Бесплатная аптечка, пока перебьемся. Так, так, а этот у нас хиллер же, ё-моё. Блин, не надо только окапываться, пожалуйста, не надо. Так, одного завалили. Все, он окопался, да? Блин, он становится, ребята, очень жирным таким, скажем. Так, ну-ка, улей. В того, холодильник применим. Да куда ж, я думал, блин, на... Ну, понятное дело, ребята, рандомно, короче, попадает. Ледяной урон. Так, завалили мы, да? Ну-ка, топорами его добьем. Добили. Следующая волна. Да подожди ты со своими аптечками. Что ты мне все тут со своими аптечками-то? Душу травишь. Так. Хоп-хоп. А, дальше-то что? Давай попробуем, наверное, бросить улей. Холодильник применить надо. А, сейчас тролль звезданет. Хильнулся, да? Или кого-то он там хильнул? Топоры в бой. Он хочет окопаться. В принципе, ребят, когда он окапывается, он пропускает, так скажем, удар. Он мог бы ударить, но вместо этого делал Блин, как это сказать-то? Окопался он, короче. Не надо мне пока. Пока не надо. Холодильник. Ну ладно, пускай будет так. Слушай, надо бы, наверное, поменять кого-нибудь, да? О, давай-ка, наверное, с этого начнем. Ядрёно, вы ж поменялся, успел. Улей, так, мне бы гранату бросить. И было бы неплохо. Оп. А это сейчас пузырь повисит, а на кого? Понял. Твою ж налево. Ну-ну-ну-ну-ну, давай молотом. Так, осталось совсем чуть-чуть. Вот, наверное, добьем сейчас их. Окей, окей. А этот-то что не погиб? Все. Я есть тролль. Блин, смотрим. Погнали. Так, бросим гранату для начала. Так, теперь с дробаша. Давайте поменяем, наверное, а? Так, мухомор. Топорами... Блин!
Ну вот какого лешего ты сюда пришел? А ну вот кто тебя звал, а, тролль? Так, пока этот у нас заморожен, может быть, да не туда этот улей. Мне надо было, блин. Так, подожди секунду. Чтобы сделать? Давай, наверное, так вот. И попробую сейчас гранату еще туда кидануть. Ну, граната, а? Подводит меня, как всегда. Этот окопался, не тут-то было, парень. Давай без этих фокусов, пожалуйста, а? Тролль ты несчастный. Ну и мухомора сейчас мы с тобой должны... А, он хильнется. Успел такие, довольный такой, да? Ха-ха. Да, на тебе. По полной программе. Да, друзья мои, прошли мы эту волну. Так, нам доступен холодильник. 26 карточек на него получить. Кстати, можно... А у нас, по-моему, карточки не увеличатся. Только лишь награды вот эти, которые внизу, да? Так что нет смысла особенно здесь. А вот, друзья мои, и босс. Вот это реально босс. Эти были как бы такие предбоссики. Маленькие. Так, у нас с тобой 1089 здоровья. А вот тут вот реальный босс будет. Так, давай-ка глянем, что-нибудь в инвентаре можно? Так, мы можем прокачать молот. Окей, 5 уровня. Пестициды нам не хватает. Ага. Я думаю, может быть, нам с тобой взять холодильник вместо... Давай мы прокачаем, во-первых. До 4 уровня. Я думаю, улей мы, наверное, с тобой уберем. А холодильник поставим. Вот так вот будет, наверное, эффективнее, мне кажется. Да. Ну что же, погнали. Это, ребята, сшитый Фрэнки. Босс. Уровень 11. Вот она, ребята, сшитый Фрэнки. Мы с вами, если пройдем, получим кролика к себе. Поехали. Так, совет. Не обращай внимания на босса, пока он в щите. Разберись с его помощниками, тогда он выйдет на честный бой. Так, иммунитет. Нельзя заморозить, нельзя шокировать, нельзя сдвинуть в щите. Яд наносит уменьшенный урон. Так, нельзя заморозить. Зашибись. А вот это вот жестко, что нельзя ему тут и не заморозки, и яд на него очень мало действует. Вот он, ребята, новый монстр, сшитый Фрэнки. Так, неизвестные способности. Наносит 207 урона и разрезает самую дорогую карту, прикинь. Пока прячется за щитом, призывает на помощь двух монстров. Прячется за щит на 35% и 65% жизни. Щит снижает урон на 90%. Офигеть, блин. Что-то они усилили боссов. Тебе еще не приходилось сражаться с настоящим противником, жалкий червь. Это точно. Поехали, ребята. Его нельзя шокировать, его нельзя сдвинуть. Это если он в щите. У него копится удар, он мне сейчас будет карту, ребята, уничтожать, который у меня в руке, он ее сейчас... Какой назойливый, сейчас призову приспешников, и мы с тобой разберемся. Да я даже в этом не сомневаюсь, гудок. И начинается, короче, ребята, призывание у него. Слизень. О нет, он залез под панцирь. Он не может там сидеть вечно. Как будто я не знаю... Что я делаю? Слизнюк, да? Давай так, наверное, сделаем. Пока я, короче, не разберусь вот с этими приспешниками, друзья мои. Он панцирь свой не снимет. Понимаешь, он не снимет. Гранату, гранату. Опа, так, скелет, иди сюда. Я должен успеть. Нормуль, так, этот сейчас выходит из щита. И пошла мясорубка. Так, давай-ка мы, наверное... Тыч, отлично. Так, заморозить я его не могу, но это, в принципе, пила. Блин, я только хотел эту карту взять. Он мне ее разрезал, а? Но, поверь мне, это... Блин! Успел все-таки. Я только хотел, ребята. Так, получить. Вылечи себя на 326 единиц здоровья. Я думаю, что надо сделать. Ну что, у нас full ХП, поэтому продолжаем бомбить. Зачем щит-то бомбить? Ё-моё. Блин, он мне карту разрубил, вот эту вот. Теперь, блин, так плохо без нее. Ну хорош ты. Он хиляет того, да? Да куда ты холодильник-то? Ну зачем ты так жестко? Так, тролль.
Гоблин, как тебя там величать? Давай пестицидами в тебя, наверное, да? И гранатой. Вот так вот. Холодильник. Да куда ты холодильник-то метаешь? Ну вот же этот хмырь тут пляшет перед тобой. Так, друзья мои, давайте бомбить. У него последняя фаза, третья идет. С арбалета сейчас вот. Опять сейчас что-то карту какую-то мне рубанет, да? Хорошо, что не топорики, а. Блин. Так, а мы же как-то можем, да, можем заменить, ребята, рубленую карту. Пила. Ну все, ему крышка. На, на тебе. Думаешь, победил? Не так просто, я еще вернусь за твоей шкурой. И это будет правда, ребята, мы с ним еще встретимся. Он будет еще жестче. Ну а вот у нас и новый персонаж, который будет нам помогать. Медведь, бро, я знал, что ты не оставишь меня в беде. Че там, я помогу тебе, он сказал. Так, новая карта, ребятушки. Ага, получить и расписаться. Ну, я не помню, что он делает, если честно. Вау, что-то открылось. Новый уровень. 6-й. Так, здоровье еще на 108 единиц у нас повысилось. Испытания стали доступны, и первое на очереди — это испытание монстров. Я в курсе. Пройди испытание полностью и получи ценную награду. Удачи в боях. Спасибо тебе, маг. А, выбрать монстров. Выбери монстров. Волна, так. Ну, давай, например, я возьму... Неохота мне с грибочком брать. Давай, давай вот этих вот. Так, вторая волна. Вот эти, например. Потом возьмем вот этих. И последний, да? Так, вот этого возьмем. В бой! Ну, давай посмотрим. Я что-то, честно говоря, не помню вот этого. Это что-то, видимо, новенькое. Окей, давай зыркать. Будем с тобой зыркать. Так, шоковая терапия. Надо его поджечь еще, мне кажется. А, он не горит, пока замороженный, да? Я понял. Да отвалите вы. Шитики. Так, ну 4 волны, в конце у нас еще, как ты понимаешь, будет босс. Ну, с этими разобрались. Слизень. Давай, ой, не туда. Слизнюк, надо тебя... А в плане, подожди. А почему я сейчас стрельнул, а ему по барабану было? Урон он не получил. В чем прикол? Да идите вы. В чем прикол? Он не получил урон, друзья мои. Я не понял. Как это так? Слушай, этот орк, давай его заморозим. Точнее, этот тролль. И вот так вот добьем. Ледяной урон. Так, следующий. Да нет, тут пока нам аптечка не нужна. Я, наверное, справлюсь пока без нее. Топорами рубить. Надо топоры прокачать. Они очень неплохо дамажат. Тем более на ранней стадии игры. Так, попробуем сейчас вот так вот пробить. Минус один. Так, скелет звезданул все-таки по мне. На... Подожди, я не могу понять, почему не срабатывает это? Что-то странное тут происходит. Я думаю, что ты тоже заметил, что мой дробовик здесь не срабатывает по какой-то непонятной мне причине. Так, нет, пока перебьемся, поехали. Угу. Давай шокируем их. Так, холодильник, холодильник. Блин, ну мы, в принципе, сейчас можем даже забомбить. Так, эй, ты будешь бомбить-то, стрелять? Я жму, кликаю со всей дури и нифига не получается. Гранату. Ага, минус... грибок, мухомор. Сейчас этот пока в заморозке. Ребят, заморозка кончается и... На тебе. Да что такое-то? Все, ребят, я, кажется, вспомнил. Вспомнил, почему мы не наносим урон. Знаешь почему? Потому что у нас дробовик слабый, слабый. Он не может нанести урон. Он должен быть хотя бы соответствовать уровню монстров. Точно. Наградушка. Конечно, получить, ребят. Так, улей жгучий, да? 33 карточки. Дальше, огненный дробовик. 18 карточек. Дальше у нас, вот, топоры дровосека. 25 карточек и осколочная граната. 33 карточки. Корабельная пушка. Это новенькая, ребята, у нас. Слушай, я очень доволен. Так, ну что ж, давай посмотрим.
Я еще и уровень получаю 7, да? И хпшка наша возрастает. Насколько? На 120 единиц. Отлично, теперь ты можешь получать более ценные награды. За перепрохождение событий выдаются короны. За короны ты получишь королевский сундук с эпическими картами. О, даже как, ты понял, друзья мои? Эпический сундук. Блин, а почему-то эта штука не копится. Добавить уровень и 10 минут. Что я не так делаю? Эта шкала у меня почему-то не копится. Не пойму почему. Так, ладно, давай посмотрим, что у нас тут с тобой есть. Топоры. Слушай, ну подожди, топоры же наносили урон. Хотя не третьего уровня, а дробовик четвертого. И в чем тогда прикол? Ну я улучшу, конечно же, до пятого уровня. Плюс гранату улучшим с тобой. До четвертого уровня. И все. Больше пока мы с собой ничего сделать не можем. Так, вот, новая, ребята, карта. Кролик Дэвид добавляет 100 плюс 10 урона для карт с шансом крита и более 10%. Добавляет, ага, для карт красного цвета. Можно его улучшить. А брать я могу только одного персонажа, разве? Тут видишь, да? Тут даже показано, на какие будет вот эти вот, на крит вот эти вот улучшаться. А у этого только на гранату, пестициды и топоры. Я возьму, наверное, кролика Дэвида все-таки. Так, компания. А меня сюда впустят? У меня не хватает энергии. Да ладно, серьезно что ли? Гемы есть. Гемы есть, давай потратим. Все, погнали, ребята, в бой. Фух. О, я помню эту морковку на цепи. Нифига тут, новый монстр. Стервятник. По-моему, он раньше по-другому выглядел. Могучий удар. Наносит 47 урона и меняет случайную карту в руке. Ага, ты понял, что он делает? Карта у меня, оп, и меняет ее. Умершие монстры увеличивают общее здоровье и скорость атаки. Блин, да что ж ты будешь, стервятник. Он 8 уровня, ребята. Ух ты, из сундука тебе выпала редкая карта. Запомни ее внешний вид. Проходи события, открывай сундуки и получай еще больше редких карт. Угу. Пушка, я не помню, что она делает, ребят, по-моему, она... Да, она убирает на задний... Че? Да как так-то стервятника с удара снес? Давай посмотрим. Конечно, стоит она очень много по энергии, ну-ка. Ну, дамага наносит она, ядрить тебе на культ, ты видел? Круто на самом деле. Так, еще один такой же стервятничек, только в броне. Ну-ка. Вот, сейчас получает урон, видишь? А до этого не получали почему-то у меня монстры никакого урона. Давай, пушка. Ать, могучий удар. Ну, хорошо, не ту карту, которую я выбрал. Слизень хочет, друзья мои, поставить на себя. Блин, не то сделал. Пузырь вешает, естественно, пестициды сразу же. И топорики, 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 еще раз топорики. Ну-ка. Готов, партизан. Так, мухомор, успокойся. Первая волна пройдена, вторая. Начнем с гранаты. Ну-ка, если так вот. Тыч! Офигеть, дамажит, друзья. Серьезно тебе говорю, ты посмотри, у него было там, ну, почти 2000 здоровья. Мы его просто снесли. А раньше пушка намного слабее бомбила. Намного слабее. И это она, по-моему, у нас первого уровня, да? Если ее прокачать, она будет имбище. Так, ну что, мухомор, давай мы, наверное, туда гранату сейчас шмальнем. Ай, выжил. Добьем пестицидами, ничего страшного. Так, ах ты. Ай-яй-яй, а у меня нет, ребята. Вот они, пестициды. Уничтожили. Так, голубчик, пришел, да? Иди отсюда. А он еще выжил. Нормуль. Ну что, шокируем их маленько, да? Вот так, так, этот собирается у нас сделать тройную атаку, что ли? Кто, интересно, быстрее, я или он? Он, наверное, быстрее. Нет, я все-таки. Так, слизень, ты, я знаю, же вешаешь на себе эту фигню. Пускай пока постоит в заморозке. Мы с тобой сделаем откат по картам. У нас время позволяет. И начнем уже разбираться. Все. Так, башенка. Офигеть. Да, урон действительно крутой. Тут не поспоришь. Так, секунду. Давай я так вот. Ать, врезал.
Врезал таки. Ну-ка, заморозка на кого-нибудь повлияет. Блин, не на того. Ладно, добиваем с тобой мухомор. И тут у нас башенка, да, стоит на пути. Сейчас, подожди, блин. У нас тут будет мини-предбосс или нет? Если не будет, то хорошо, а если будет, то это плохо, ребят. У меня с хп-то не все так гладко и чисто, как хотелось бы. Давай пестицидами его добьем тогда уж. Просто надо было что-то сделать. Ать! Ты не пройдешь! Ну, наверное, придется. Ну, так уже более-менее. Давай-ка... Опа! Отлично. Так, гоблин, надо тебя разобрать. А может быть шмальнуть, да и уничтожить его сразу же, а? Давай так и сделаем. Этот что там творит, а? Минус гоблинок. Что? Что это сейчас было? На тебе. Так, горит и заморожен. Что только на нем не висит. Топорами его будем кромсать. Очухался, да? А пестициды? Блин, из арбалета тогда добьем его. Тыч, тыч. Муха. Привет. Блин, я думал добьем, не получилось. Но в любом случае, ребят, победа за нами. Уф, что это такое? Что-то я не помню вот этой вот снайперской винтовки какой-то. Прикинь, что-то новенькое. Или я просто уже на самом деле забыл. Друзья рвутся в бой, охота за сокровищами открыта. Отправить друзей. Отправляй друзей в приключения, чтобы они приносили тебе дубликаты карт. Но знай, пока друг в приключении, он не сможет тебе помогать в битвах. Это я помню, друзья мои. То есть вот этих вот жаба, кролик, которого мы с тобой нашли, они могут отправляться. То есть вот здесь мы сюда отправим жабу, она мне может достать 477 листочков. То есть и так у нас будет не только жаба и кролик, там еще будет, по-моему, белка, броненосец, еще кто-то, муравьед, по-моему. Там хватает, и каждый со своими, как говорится, заморочками. Так, вот это можно все проходить, естественно, да, ребята, мы с вами будем получать карты. Блин, вот это почему сундук не купится, а? Текущий уровень 0, увеличение награды в бою. Добавить один уровень 10 минут. Добавить. Не пойму я, что это означает. Так, мы можем с тобой улучшить. Улучшить можем. Так, а у меня не хватает гаек, да? И листиков не хватает. Вообще ничего не хватает. Это, естественно, ребята, надо заниматься фармом. А что же вот это такое? Бронебой наносит дополнительно 100% урона по защитникам. Ого, это новая карта, ребята. Раньше такой не было. Это я тебе точно могу сказать. Урон по бронированным противникам. А их здесь будет много. Вот так, наверное, сделаем. Опять же, не хватает листиков, блин. Если жаба принесет мне 470 листиков, и это я хорошо тут прапаюсь тогда. Можно, конечно, и кролика отправить, но я останусь вообще тогда без поддержки. Так, что у нас тут в магазине? Получить 3 карточки на жабу. Так, получаю случайные подарки каждый день. Через 5 часов 13 минут. Так, это у нас 5 энергии. То есть гемы мы с тобой получаем, можем тратить. Можем получить сундук за просмотр видосика. Усилители. Оу. Надо будет за кадром мне просмотреть все эти рекламы, да? Все эти видосики и получать все эти награды. И так каждую серию делать. Как ты собираешься ее выпускать, да? Просмотрел, получил все награды, да, 30 гемов. Там сундучок бесплатный. Что тут еще? Вот эти усилители. Слушай, ну что? Я думаю, да, оно того стоит. Потом еще турниры откроются, подземелья. Ой-ой-ой-ой. Короче, друзья мои, у нас с тобой энергия закончилась. Жаба пошла в путешествие, А мы с тобой, наверное, на этой нотке закончим эту серию. Обязательно увидимся в следующей. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Удачи вам.